Джейсон, включай камеру. Все, включил. Привет, ребят! Сейчас мы вам кое-что покажем. Приключения Пупсиня и Вупсиня в наших ролях. Наконец-то нам сделали сиквел. Вупсинь, заткнись, я Пупсинь, дебил! Наши персонажи Пупсинь и Пупсинь, как всегда, встретили какую-то фигню. Чё это с ним? Я не знаю. Ладно, пошли дальше. У нас как раз сейчас будут съемки наших новостей. Вжух. Интересно, куда это мы пришли? Я не знаю. Эй, мяу. Это же супер кот Генки, который был в прошлом сезоне. Да. А где он? Он исчез. Все, мистер кот должен быть где-то здесь. Именно на него мы работаем. Какой же он все-таки тупой? Кого ты тут назвал тупым? Ой, извините. Итак, у вас сегодня передача про мутантов. Скоро мы принесем... Скоро привезут декорации, поняли? Вжух. Стоять! Сталкер, не убивай, паже! Ага, сейчас. Рассказывай, на кого ты работаешь. Ты же сам знаешь, на кого я работаю. Я должен знать, где он. Блин, чё бы поделать? Я не знаю. Вот так и заканчивается день Пупсиня и Вупсиня. Как вы думаете, этот гопник их зарежет или нет? Пишите в комментариях.